Привет! Сейчас мы будем клеить защитное стекло на телефон Huawei P Smart Plus. Извлекаем из упаковки содержимое. В комплекте имеются две салфетки для очистки экрана и само стекло. Откладываем салфетки и извлекаем интересующее нас стекло. У нас в экран-сервисе пользуется профессиональной микрофибровой салфеткой. Она хорошо справляется с задачей и очень удобна. Наносим на салфетку специальную жидкость для очистки экрана от загрязнителей и избавляемся от жира и пыли. Переворачиваем салфетку на чистую сторону, снова добавляем жидкость и проходимся по экрану начисто. Теперь отклеиваем от стекла стикер и аккуратно совмещаем поверхности, не допуская попадания пыли. Во время этого процесса следим, чтобы между поверхностями не оставалось воздушной прослойки. Это был последний этап поклейки защитного стекла на телефон Huawei P Smart Plus. Спасибо за просмотр!